И снова печальные новости для автовладельцев. Стоимость дизтоплива перешагнула очередной психологический порог в 1 евро за литр. НАРЭ одобрила новое повышение котировок на рынке горючего. Таким образом, завтра за бензин А95 на АЗС будут просить на 7 банов больше, чем сегодня. Цена составит 23,16. За солярку придется заплатить 20,08, на 4 бана дороже. Цены растут, а надежда у людей на лучшую жизнь все меньше. Водители говорят, что расходы на содержание своего железного коня растут в геометрической прогрессии. Тренеры и фарцком, с примешти. Штецком мы вернаре с очень отзыску, с капым дем бутияжили чести, как это повтившим бутияжили с капым и чечшор. Фикари шофер осылес, машинля касса чечшор, саларий миг. Alte surse, dar din altă parte. Credeam, nu facem kilometrajul cel care îl facem înainte. Acum, oleacă mai e unii mai transport public, oleacă mai ieftin. Nu că e grav, dar e foarte grav. Eu am 72 de ani și așa ceva nu pot. Așa vremuri de bune, cam un nou fost. Și atât. Cum credeți, cum ar trebui remediat situația aceea? Toți afară și care nu pot guverna. 800 de lei faci e plinul, da, mă, adică eu cu mașina mea, da, amu nu faci plinul. Amu e mergem cu lampa aprinsă permanent. Foarte grav, depinde. Este lume care descurc, care mai tânără, dar este lume care nu se descurc, care e bolnav și șede numai pe pastile, acolo foarte grav. Dar avem noi acolo sus și ne face responsabil. Sunt ministerii, sunt... Avem ministerii corupte, tot avem, suntem bogați foarte, la toate capitolele. E foarte greu. Ca pensionier cu 2000 de lei, nu faci să mergi cu mașina. Ia mă, la mita la luăm, s-o dăm și gata. Eu la volan sunt din 70, îți deam 50 de ani și ceva. Așa cum chiar nu a fost. Poate pentru cineva e mai ușor, dar pentru pensionieri e mai greu. Водители говорят, что цены в стране растут как на дрожжах и надеются, что власти предпримут какие-то меры. Губернария требует факта. Мы с этим не резолвуем ничего. Например, на машине моя, в трекут, где-то 700 лей на плену, а мы где-то 900 лей на плену. Саларии остались те же, но скумпирили очень большие. Чувствуется, конечно, то, что и продукты подорожают, если и все подорожает, как бы. Так что думаю, что почувствуется сильно. Foarte rău ситуация, да. Și către bine nu merge lucrurile astea. Отметим, с начала года бензин увеличился в цене на 1 лей 86 банов, дизтопливо на 2 лея 35 банов. А за год дизтопливо в Молдове подорожало более чем на 5 леев за литр. Эти цены на горючее являются самыми высокими за всю независимость нашей страны.